Ой, как я испугалась. Тебе некого бояться в этом лесу. Куда ты идешь? А мы с Кэт собрались в Ирисдаль. Там сегодня свадьба будет. А Кэт куда-то исчезла. Я могу проводить тебя до опушки леса, если хочешь. Проводи. На 72-м году ушла из жизни советская и латышская актриса театра и кино Регина Разума. Регина Разума родилась 22 сентября 1951 года в Риге. Окончила Рижское хореографическое училище и драматическое отделение Латвийской консерватории. Актриса Народной студии киноактера при Рижской киностудии, артистка балета при Государственной филармонии Латвийской ССР. Снималась в кино. Широкому советскому зрителю она стала известна после роли красавицы Марии в ленте «Стрелы Робин Гуда». Также сыграла роли в фильмах «Танец мотылька», «Афера Циплиса», «Незаконченный ужин», «Акванавты», «Во времена волчьих законов», «Последний репортаж» и других.